Привет, ребят. Это обзор недели на следующий... на... Это обзор тренировок на следующую неделю с 1 по 7 июля. И давайте рассмотрим каждый тренировочный день в отдельности. Будем брать тренировки только кроссфит пока. Нас только это сейчас интересует. В принципе, для тренировок, которые я ввел в нашем боте, это новые тренировки. Уличная, гиревая, без оборудования, ну и базовый кроссфит. Смысл тренировок везде один. То есть цель у всех одна. Это сделать вас наиболее пригодными, физически пригодными к жизни, повысить ваш физический уровень и сопротивляемость внешним нагрузкам. Все это делается за счет вариативных нагрузок, высокой интенсивности и функциональных упражнений. Функциональные, потому что они встречаются в жизни. И по этому поводу хотел бы поговорить с вами, но не знаю, если мы затронем эту тему, то я ее раскрою более детально. Просто я тут ездил к родителям, и мы работали в поле. Моя задача была забрасывать тюки 20-килограммовые на трактор. Высота тюка 30 сантиметров. И понятно, что когда мы на тракторе закидывали первый этаж этих тюков, то следующий заброс он был выше на 30 сантиметров. Итого было 4 ряда. Понятно, что на 4-й ряд приходилось забрасывать уже на 90 сантиметров тюки 20-килограммовые. Они неудобные, страшно. Наверное, метр длиной, полметра шириной, высотой вот 30 сантиметров. И за один проход надо было сделать 100 таких забросов. Каждый 25-й заброс увеличивал высоту заброса. Вот вам вся функционалка, которая, в принципе, встречается в жизни. А еще трактор шел на своей скорости, и он не тормозил, он просто вот медленно, как конвейер, шел. Нужно было успеть бежать, там чуки разбросаны по полю. Трактор чисто идет по центру. Поэтому тренировка была такая, ну, на время, потому что время пути от точки А, начала поля, до конца поля, она известна, потому что известна скорость трактора. Количество тюков было также известно, нужно было уложиться в этот тайминг и выполнить свою работу. Ну, такая жесткая работа. Тут у меня возник такой вопрос, как гипотеза. А что является самым функциональным движением? Потому что многие спорят, то что-то начинают бодаться, типа это приседания, кто-то говорит это жимы, кто-то там тяги и так далее. Я для себя, ну, наверное, как бы выявил, что не мало тренируемым функциональным движением является спина, потому что, ну, спина отъехала. Ноги, они более такие, да, у нас в повседневной жизни мы используем эту функцию, ходить, приседать там и так далее. Ну и то, приседать реже, чем ходить, бегать. Поэтому ноги более-менее заряжены, и ноги так не болели, и не вставали колом, как спина. Спина встала, потому что нужно было взять тюк, дойти до трактора, потом ты выбираешь скорость и место, когда трактор подъедет именно в то место, где нужно закинуть тюк. Слегка подседаешь и выбрасываешь ногами, удерживая прямую спину, тюк наверх. Поэтому многоповторка на спину упражнения, то есть, ну, является одним из таких, наверное, недооцененных функций, которые необходимо тренировать. Я не говорю, что сейчас мы всю неделю будем это делать. Нет. Просто к тому, что на что необходимо уделять внимание и на что нужно дорабатывать, если в вашем тренировочном цикле не хватает этих упражнений, то есть это необходимо вставлять, нравится вам это или нет. Давайте по тренировкам. Тренировки у нас, сейчас открою экран. Это Beyond the Whiteboard. Все, кто в боте, у вас есть пробный период, где вы можете... А я не знаю, видно вам экран или нет будет. Надеюсь, видно. Пробный период, где вы можете использовать таблицу, записывать результаты и так далее.
на этой неделе я начал фиксировать вот такую цель выполнения и начал фиксировать относительно уровня, который у нас есть в вайтборде. Вот он. Видите, здесь смотрите, атлет, то есть задание будет 3 раунда на время выполнить, 18 рывков в стойку, 35 килограмм у ребят, 25 килограмм у девчонок. Это базовая, это не облегченная версия, не упрощенная версия, это чисто базовая. Дальше 12 подносов ног к турнику и 400 метров бег. Понятно, что можно масштабировать. Бег, если вам негде бегать 400 метров, можно заменить на челноки, на двойные прыжки, кому-то нравится бёрпи. В принципе, по большому счету разницы нет. Если мы не выставляем какие-то жесткие рамки по тем модальностям и упражнениям, которые вот нам необходимо сделать. Но нужно понять, что нам все равно нужно будет где-то в какой-то день недели выполнить беговую тренировку, потому что бег это имеет свой принцип нагрузок и свою тренировочную функцию. Так вот, здесь. Для новичков я пишу, что без учета времени вес на штанге по самочувствию на 10 повторений. Здесь необходимо и дальше во всех днях необходимо будет придерживаться этих правил для того, чтобы выставить для себя оптимальную нагрузку. То есть какой вес, с каким весом вы можете сделать на 10 повторений. Новичку оценить это трудно. Поэтому нужно взять конкретный вес, с которым новичок справится на 10 раз. Может и 20, может и 30, но вопрос идет в 10. Он может взять тот вес, который он сделал 50 раз. Ну, вот пускай берет этот вес. Просто 10 точно сделал, значит, его и берет. Здесь принцип тренировок, наверное, у новичков, у начинающих немножко другой. Поэтому фокус совершенно на другом сейчас и на тренировке. Просто они с нами в теме, они как бы получают физическое право, право внутреннего состояния на то, чтобы потом начать тренироваться по любителям, дальше по спортсменам и выйти на атлеты. То есть это такой пошаговый план, и поэтому необходимо начать вот именно с такого вот легкого, с легкой нагрузки, можно сказать. Ну, для них это будет тяжело. Поэтому вес на штанге на 10 повторений за раз. Ног к турнику необходимо заменить на V-складку. V-складку знаете, да, когда лежишь, голова, ноги, и книжка кто-то еще называет. Если новичку тяжело выполнить и подъем корпуса и ног одновременно, поэтому можно сделать так, чтобы ноги согнуть в коленках, руками просто тянуться к стопам на согнутых колен. Но понятно, что и ноги, и корпус должны быть оторваны от земли. Ты только сидишь на пятой точке. Так вот, любители, 60 уровень или выше, спортсмены, 70 уровень или выше для вас, для них есть параметры, которые необходимо придерживаться при выполнении тренировок, а это очень удобно. Когда вы знаете, сколько, за какое время конкретно вы должны сделать, вы получаете конкретную оценку своей работоспособности и подтягиваете, натаскиваете за уши себя к этому результату. То есть, если вам захотелось остановиться, отдохнуть, и вы понимаете, что вам еще 400 метров нужно пробежать, а вы пробежите за 2 минуты, не быстрее, а время уже 11:30 там, или почти 12 минут, вы понимаете, что вы выходите по спортсмену, но вам стоять сейчас ну, никак нельзя, поэтому хотя бы как-то начать двигаться. И именно эта мотивация, даже не мотивация, да, хорошо, пусть эта мотивация толкает вас на то, чтобы вы начали двигаться и дальше выполняли тренировку. Само собой, в организме происходит организм испытывает нагрузку, которую он раньше не испытывал, потому что мозг его все время тормозил и говорил, ну, типа, отдохни, ты же сейчас хотел отдохнуть, но твое желание подвести себя под какой-то уровень конкретный заставляет тебя двигаться дальше. Поэтому ты начинаешь двигаться, организм испытывает нагрузку, которую раньше не испытывал, ну и после этого он адаптируется под то, чтобы в следующий раз тебе было немножко
легче. Но, а мы это начинаем использовать дальше. Если нам легко, значит, мы ни хрена не тренируемся. Нам чтобы было тяжело. Вам это известно, да? По своим ощущениям. Кайфуйте, когда поднимаете тяжелые штанги или когда умираете на тренировках. Я сам такой. И тем самым происходит постоянный рост. Поэтому есть у нас новички, любители, спортсмены и атлеты. И всем одинаково тяжело. А теперь хотел сказать, почему 81 уровень, почему 60, почему 70 уровень. Во-первых, 81 уровень – это тот уровень, когда вы можете выступать уже на соревнованиях и быть в топ-пятерке участников соревнований. Соревнования масштаба города, республики, области и так далее. То есть, ну, пока не государственного значения, не российского значения. Ну, не государственного. Там уже идет 85 уровень, 84, 85 и выше. Поэтому, если вы хотите себя подготовить к тренировке в городе или там, может быть, в республике, то ставьте сразу цель 81 уровень и тянитесь к ним. Эти значения всегда у вас перед глазами, перед тренировкой. Вы видите их и стараетесь выполнить. Очень просто сделать следующим образом. У нас есть тренировка, есть условия, но не написано время, за какое нужно сделать. То есть, ну, пока не сделаешь, тренировка продолжается. У вас теперь есть контрольное время, допустим, у атлетов 13-13. Вы можете взять секундомер, поставить время на 13-13, где он даст вам сигнал. Сделать так даже за минуту до этого времени 13-13, он даст вам сигнал, типа осталось 1 минута, поторопись. И ты уже начинаешь понимать, с какой скоростью нужно делать, сильно ли ты отстаешь и так далее. Более опытным я бы порекомендовал, вот 3 раунда у нас есть, а может быть 5 раундов, ну, других тренировок. И есть время 13-13, если мы говорим про атлетов сейчас. Разделите на 3. Вы увидите время, которое нужно вам на прохождение первого раунда. Первый раунд всегда самый простой. Всегда там есть какой-то запас, и вы делаете это гораздо быстрее. Второй раунд у вас уже начинает подседать немножко на выносливость, сила. Третий раунд, ну, как правило, самый тяжелый, если вы не финишер, и если все ваши, ну, если недостаточно опыта в тренировках. Поэтому вы можете сделать даже ММ. Если вы первый раунд сделали гораздо быстрее, чем у вас показывает время, за которое вам нужно сделать, попробуйте отдохнуть. Просто ничего не делайте, просто отдохните. У вас произвелся сигнал для выполнения второго раунда, вы также сделаете его, уложитесь в эти же рамки и остаток времени также отдохните, если позволит вам время. Если нет, то переходите к третьему раунду. Сейчас у меня собаку надо спустить. Секунду. Вот. Такая тренировка у нас в понедельник. Дальше. Сейчас, секунду. Тренировка во вторник. План уже записал весь, все есть. Тренировка во вторник. У нас 12-8-4. Это взятие на грудь в стойку. Вес 60 килограмм у ребят, 42 килограмма у девчонок. И зашагивание на стенку. Ну, сошагивание, ну, понятно, по стандартам. Здесь точно так же. Новичок без учета времени, вес на штанге по самочувствию на 6-7 повторений. Почему там на 10, здесь на 6-7? Я беру в расчет тот тестовый вес и то значение, которое необходимо выполнить. То есть это должен быть вес гораздо тяжелее по ощущениям, чем была штанга в понедельник. Понимаете, да? То есть вес может быть разный, но по ощущениям должно быть тяжело. Тяжело не настолько, что критично. Это должно быть тяжело, но терпимо, скажем так. Но если вы не знаете, могли бы показать или написать мне вес, с которым вы можете справиться на 3 раза. Взять штанги на грудь или на раз даже. Я бы вам посоветовал тот вес, который необходимо сделать вот в этой тренировке. Если вес будет выше, то выше брать не надо. У нас есть контрольное значение 60 килограмм для ребят, 42 килограмма для девчонок. Взятие в стойку.
То есть подседать под штангу не надо. Ну, садиться вниз. И зашаивание на стену, ну, понятно, стандарты выполнения всем известны. Здесь также у атлетов время 8:57. То есть это для 81, да, вот, 8:57. Это для тех, кто рвет когти. Я же, ну, для себя, смотрите, покажу сейчас на своем примере. Ну, это прикольно. То есть пользуйтесь приложением. Это явное зеркало ваших результатов и четкий помощник того, чтобы вы анализировали свое нынешнее состояние физического уровня и двигались дальше. Вот, у меня 64 уровень. Видите, сейчас. Я недавно выступал на соревнованиях с молодежью и сравнил их результаты и тот комплекс, где, ну, хорошо выступил. Я там показал 81 уровень по результатам. Ребята, которые зашли в топ-3, у них был 81 уровень по результатам. 82 уровень, 8, ой, 75, 78 уровень, это как раз были 5, 4, 5 место. Вот мой действительный уровень, плохой, это плохо. Здесь в таблице, то есть приложение высчитывает через искусственный интеллект, высчитывает ваши действительные результаты, и там, где вы приседаете, там, где у вас высокий, там, где красное, это, то есть нужно либо добирать значения, либо нужно тренировать, ну, выносливость, да? Понятно, выносливость, что там говорит. Да? Выносливость у всех будет страдать, вот она. То есть здесь мои результаты и есть предложенные тренировки, которые необходимо выполнить. То есть все просто. Рост дальше некуда. Если ты смотришь это видео и ты не подключен к боту, то у тебя есть возможность сделать это совершенно бесплатно. В течение 30 дней ты можешь воспользоваться полной 100% версией тренировок с подключенным всем функционалом, с электронной таблицей, со всеми делами, с чатами, так, чтобы начать тренироваться по-взрослому. Чтобы закрыть вот этот гештальт, где ты вроде хочешь тренироваться, но почему-то у тебя не получается. Ты все время устаешь, у тебя какие-то упражнения непонятные для тебя. Ты хочешь спросить, но не знаешь кого. У тебя нет группы поддержки. Ты не знаешь, хорошо ты сделал или плохо сделал. Все это есть на нашем канале, Telegram, в нашем боте и вот в приложении, которое ты можешь использовать. В принципе, его можно использовать самостоятельно. Вы можете скачать его в Google Play или App Store. Для вас это будет стоить там 7,5 баксов или 8 баксов каждый месяц. Но для вас и дают бесплатно это приложение. Поэтому с учетом, что вы тренируетесь то есть по программе, которую я вам предоставляю. В среду у нас тренировка беговая и функции приседаний. Это, знаете, это будет очень тяжелый бег, начиная после 40 бросков мидбола. То есть в идеале 800 метров бег, 40 бросков мидбола, 400 метров бег, вот здесь жопа начнется, 20 трастеров, 400 метров бег, 20 трастеров, 800 метров бег, 40 бросков мидбола. Это именно то переключение функций, где они вот несовместимы, можно сказать, друг с другом. Они вообще друг друга убивают. Если вы пробовали выполнять становую тягу и запрыгнуть на бокс, либо приседание тяжелое и запрыгнуть на бокс, наверное, вы вспомните, как страшно было делать прыжки. Либо отжимания на, скажем, на кольцах, и дальше отжимания в стойку. Либо приседание и бег. То есть, ну, вот такие вещи, которые надо включать в комбинации и которые принесут, ну, массу пользы от именно тренировки. Здесь у нас я также есть описание, что и как и почему, как новичкам, с чем можно масштабировать, всякие гребли, байки, челноки и так далее. И результат, который для атлетов нужен спортсменам и любителям.
В четверг у нас отдых законный. В это время можно активно восстановиться, можно просто прогуляться, а можно заняться домашними делами для того, чтобы вас не отвлекало ничего в следующие дни, пятницу и субботу от любимых тренировок. В пятницу у нас 3 раунда 400 метров бег, 15 бёрпи с запрыгиванием на бокс и 60 двойных прыжков на скакалке. Здесь также уровни, цели для выполнения. И контрольными значениями. В субботу силовая работа, тяжелая работа, это тяжелый день. Это та тренировка, которая заберет у вас последние остатки сил, тем более в конце недели. 20-15-9, приседания со штангой на спине 100 кг для ребят и 75 кг для девчонок, это тяжелый вес. И махи, полные махи гири 32 кг для ребят и 24 кг для девчонок. Представляете, какова будет нагрузка здесь атлетам, ну, 8-19, в принципе, после этой тренировки они будут валяться. Да, все будут валяться. 8, да, 8-19. Теперь смотрите, те, кто будет выполнять тренировку или имеет возможность выполнять тренировки только 3 раза в неделю, я рекомендую. Во-первых, вам нужен тяжелый день обязательно. Обязательно раз в неделю должна быть нагрузка короткая, мощная, сильная, при которой вы включите максимальное количество мышечных волокон для выполнения какой-то короткой работы и задачи. Поэтому тренировку субботы сразу берите на вооружение. Субботу выполняйте. Дальше. У вас должна быть тренировка легкая и тренировка с бегом. У нас, как пример, это тренировка среды, где 800 метров бег, приседания, 400 метров бег, приседания, вы берете среду для этого. И у нас должен быть классический кроссфит, там, где встречаются модальности кардио, гимнастика и работа с весом. Это у нас как раз есть тренировка в понедельник, где есть рывки, это тяжелоатлетическое упражнение, работа с весом, гимнастика, подносы ног к турнику и бег. Кардионагрузка. Поэтому берите сразу тренировки в понедельник, выполняйте понедельник, среды и субботы. И таким образом вы закроете потребность в физическом развитии и, в принципе, будет хороший толчок для дальнейших, ну, для повышения ваших результатов. Вот. Еще раз, если у вас нет бота, где войти, куда подключиться, в канале после каждого, в телеграм-канале, после каждого поста есть такая синяя плашка, где написал, какие тренировки и 30-дневный там бесплатный пробный период. Нажимай туда, перейдешь в бота, дальше выбирай пробный период, если ты его еще не проходил, выберешь, какие тебе тренировки по душе, какие нравятся, и тебе начнут приходить эти тренировки каждый день, за день до этого. Сейчас я могу ошибаться, но у нас в 5 часов приходит тренировка. В 7 часов у нас кроссфит выходит. В 6:30 тренировка, наверное, домашняя. В 6 часов гиревая. В 5:30 уличная тренировка. И в 5 часов у нас выходит тренировка по тяжелой атлетике. Да, еще есть программа тяжелой атлетики. Эта программа никак не связана с CrossFit. Эта программа связана с повышением результатов конкретно в рывке, конкретно в толчке классическом. Классический толчок – это на кроссфитерский язык взять штанги на грудь в сет плюс толчок.
Она никак не связана, но для того, чтобы повысить свою компетентность в вопросах подъемов тяжелых весов, поэтому вы можете ее использовать, тренироваться. Она выходит 3 раза в неделю. Я что-то думал, ну, 5 раз в неделю давать или 3 раза. По опыту показалось, что даешь 5, делают 3, даешь 3, делают 3, поэтому 3. Много времени не занимает, но в любом случае 1,5 часа у вас уйдет на это на все. Поэтому берите, используйте. И еще хотел сказать, что у нас в чате есть, то есть есть чат в этом боте, когда вы подключитесь, есть чат, куда вы можете перейти. Там даже в менюшке наберите, есть чат. Зачем я сейчас покажу, что я делаю? У нас все есть. Сейчас, ребят. Торможу, извините. Вот. Вот есть чат. Вот здесь вот страничка бота, да? Вот здесь есть менюшка, есть тяжелая атлетика, есть наш чат. Приходит ссылка, открывайте группу, заходите в наш чат, и здесь, в принципе, все есть. Так вот, в этот чат вы можете использовать на полную для разбора техники ваших упражнений. Ребята, кто здесь уже есть, они закидывают. Вот скинули. Какой самый удачный получился, допустим, вот есть видео, разные видео. Я сделал общую оценку, сделал скрин и описал. Есть такие, где я прямо снимаю, то есть показываю наглядно. Вот здесь у нас был разбор движения. Штанга не летит, в чем дело? Мы разобрали это упражнение. Я дал рекомендации по выполнению и, ну, дополнительное какое-то задание. Я думаю, это, ну, полезная вещь, которую необходимо использовать. Поэтому вот здесь вот. Поэтому пользуйтесь. И когда вы задаете себе вопросом, почему не получается то или иное, и спросить некого, знаете, что у вас есть я, есть наш чат, есть канал, где вы можете задать конкретный вопрос, получите конкретный развернутый ответ. Вот так это работает. Поэтому смотрите, про то, как сюда зайти. Вот канал «Сила и выносливость». Вот он. Вот здесь есть, видите, вот здесь есть, ну, везде, внизу. Заходите, заходите сюда. Здесь у вас будет запустить, делайте старт. Он вам даст выбор. Вот вам даст выбор, что нужно сделать. Описание вариантов тренировок, что у нас есть. Выберите, что вам надо. И для меня придет сигнал, что у нас есть потребность той или иной тренировки, и эта тренировка вам начнет выходить по графику. Можно выбрать все тренировки. Просто нажимаете то, что вам нравится. Нравится 3, там, кроссфит без оборудования, и то есть полный функционал без оборудования, гиревая. Нажимаете, и вам будет приходить 3 программы тренировок. Вот. Что дальше? По поводу оплаты. Сегодня конец месяца, поэтому у ребят, которые давно уже там, обычно у них было так, что к концу месяца я выставлял им счет, и они оплачивали эту месячную подписку. Сейчас это делать не надо, делать будет все через бот. Вам придет уведомление, что через 2 дня заканчивается подписка, типа будь на стреме. Это я написал. Можно через 3 дня, хотите через 15 дней, вам будет говорить, хотите каждую неделю, что вы используете 7 дней подписки. Просто не хочется дергаться, не хочется вас отвлекать. Поэтому сделать через 2, за 2 дня до окончания вам придет уведомление, и в день или за день до окончания вам придет
кнопка «Продлить подписку». Вы туда проходите, жмите на кнопку, платежные реквизиты оплачиваете через этот терминал, и боту передается сигнал, и он продлевает вам подписку еще дальше не на 30 дней, а на 31 день. Таким образом, у вас копятся дни. Есть дни 30 дней, есть 29, но есть 31. То есть у вас все дольше и дольше это будет. Поэтому вот так все и происходит. Все. Если вопросов нет, то на этом вебинар закончен. Да? Вроде все объяснил. Если что-то не объяснил, пишите ваши вопросы. Давайте их обсудим. И если есть пожелание, во сколько в следующее воскресенье нам встретиться, пишите. Учту и встретимся в то время, которое выберет наибольшее количество голосов. Все. На этом все. Всем удачи. Всем пока.